продолжаются работы по реконструкции соединительного канала между Телегульским лиманом и Черным морем. Напомним, гидротехническое сооружение необходимо для повышения уровня воды в лимане и восстановления микробиологических процессов. В тендере, проведенном накануне региональным ландшафтным парком Телегульский, был определен подрядчик, который получит за работу 37,5 миллионов гривен. 90% средств выделило государство, 10% – облсовет. В прошлом году завершен наиболее сложный этап строительства на морской части, где установили буны, препятствующие заиливанию соединительного канала.